Вы знали, что птицы строят гнезда, которые могут достигать гигантских размеров? Речь идет о белоголовых орланах. Эти величественные хищники, символы Америки, не только впечатляют своими размерами, но и создают настоящие шедевры архитектуры. Самое большое гнездо, зарегистрированное в мире, принадлежало именно белоголовому орлану. Его длина была 19 футов, а ширина 10 футов. Оно весило почти 3 тонны. Для сравнения, это больше, чем маленькая комната в квартире. Чтобы построить такие гнезда, орланы используют огромные ветви, мох и траву. Они укрепляют гнездо каждый год, добавляя новые материалы, поэтому со временем их жилище становится все больше. Кстати, гнезда располагаются на деревьях, иногда на высоте до 80 футов. Почему так высоко? Все просто. Это защищает от хищников. Но представьте, насколько прочным должно быть дерево, чтобы выдержать такое сооружение. И вот что интересно. Ученые считают, что такие гигантские гнезда не только место для яиц, это символ их территории и статуса. Чем больше гнездо, тем больше уважения среди соседей. Теперь давайте представим, каково строить дом, который растет вместе с вами. Ведь мы, люди, обычно просто переезжаем. А орланы продолжают строить и улучшать. Птицы-шалашники и их гнезда музея. Шалашники — настоящие художники среди птиц. Их гнезда сложно назвать обычными. Это скорее произведение искусства. Эти птицы живут в Австралии и Новой Гвинее. Самцы строят гнезда, чтобы впечатлить самок. И это не просто укрытие, а настоящая сцена для шоу. Они собирают цветные предметы, ягоды, цветы, камни, даже мусор, если он яркий. Синие вещи — их любимые. Почему? До конца непонятно, но, вероятно, этот цвет кажется более привлекательным. Сам процесс строительства шалашей впечатляет. Сначала самец создает каркас из веток. Потом он украшает его, раскладывая предметы в строгом порядке. Если вы увидите это своими глазами, вам покажется, что птица изучала дизайн. Но это не все. Некоторые шалашники даже рисуют. Они берут кусочки угля или других мягких материалов и оставляют следы на стенах гнезда. Это уникальное поведение для птиц. И самое забавное, самки оценивают гнезда как на выставке. Если шалаш недостаточно яркий или неправильно оформлен, они просто улетают. Это настоящий конкурс красоты. Термиты и гнезда-небоскребы. Термиты, на первый взгляд, совсем не похожи на строителей. Но их гнезда — это настоящие архитектурные шедевры. Они называют их термитниками. И эти конструкции могут достигать высоты 30 футов. Представьте, если бы люди строили здания в 1000 раз выше своего роста. Это был бы небоскреб высотой в несколько миль. Термиты делают все, чтобы их гнезда были прочными и безопасными. Для строительства они используют песок, землю и слюну. В итоге получается структура, которая устойчива даже к дождю и ветру. Более того, внутри термитника поддерживается стабильная температура, даже если снаружи 30 градусов жары или заморозки. Как термиты это делают? Они продумывают вентиляцию. Внутри гнезда есть тоннели, которые позволяют воздуху циркулировать. Это похоже на систему кондиционирования в наших домах. Еще один удивительный факт. Термиты работают вместе, как настоящая команда. Каждый из них знает свою роль, и хотя у них нет главного архитектора, результат поражает. Грязевые небоскребы фламинго. Гнезда фламинго — это пример того, как природа умеет удивлять. Эти птицы строят свои дома из грязи. Да, именно из грязи. Но их гнезда выглядят как миниатюрные башни. Фламинго делают все просто. Они собирают грязь, смешивают ее с водой и формируют конус высотой около 1 фута. В верхней части — небольшое углубление, где откладываются яйца. Почему они выбирают такой необычный дизайн? Дело в том, что такие гнезда защищают яйца от затопления и жары. Фламинго часто живут в соленых озерах, где вода может быть агрессивной. Высокие гнезда – идеальная защита. Интересно, что процесс строительства – это семейное дело. Самец и самка работают вместе. Они укрепляют стены, добавляют грязь, если конструкция становится неустойчивой. Еще один момент. Фламинго используют гнезда только один раз. После того, как птенцы вылупляются, птицы покидают это место. Получается, каждый раз они начинают все с нуля. Шелковые гнезда пауков-ремесленников. Пауки – мастера плетения. Но есть виды, которые не просто создают паутину, а строят из нее гнезда. Одни из таких пауков – пауки-ткачи. Их гнезда выглядят как маленькие коконы. Внутри пауки живут, хранят свою добычу и откладывают яйца. Шелковая паутина – это не только материал для строительства, она также защищает от хищников. Пауки используют несколько слоев паутины, чтобы сделать гнездо прочным. Некоторые виды добавляют листья или мелкие ветки для маскировки. Одно из самых известных гнезд пауков было обнаружено в тропических лесах. Оно достигало длины около 3 футов и могло вместить несколько десятков пауков. Каждый кокон создается с высокой точностью. Это похоже на работу ремесленника, который вручную изготавливает ювелирные изделия. Ткачи и их многоэтажные колонии. Если вы когда-нибудь видели гнездо ткачей, то наверняка были впечатлены.
Эти птицы – настоящие мастера командной работы. Их гнезда выглядят как огромные плетеные корзины, свисающие с деревьев. Но это не просто гнездо, это целый многоквартирный дом. Самые большие гнезда ткачей можно найти в Африке. В одном таком доме может жить до 500 птиц. Его длина достигает почти 20 футов. Эти гигантские сооружения держатся на деревьях десятилетиями. Каждая птица строит свою отдельную ячейку, а вместе они создают нечто невероятное. Ткачи используют сухую траву и ветки, связывая их в узлы. Если посмотреть внутрь, можно увидеть сложную сеть тоннелей и проходов. Но почему они строят такие большие гнезда? Дело в безопасности. Чем больше конструкция, тем сложнее хищникам добраться до птенцов. А еще это помогает сохранять тепло ночью. И вот что интересно, эти птицы работают очень организованно. Каждый ткач знает, где именно его место. Конфликты случаются редко. Это, пожалуй, отличный пример того, как слаженная работа может создать что-то грандиозное. Рыбы-круги на песке. Подводные гнезда. Когда думаешь о гнездах, рыбы редко приходят на ум. Но некоторые виды рыб строят такие гнезда, что сложно поверить, что это сделала природа. Речь идет о японских самцах-пуферах. Эти рыбы создают невероятные круги на морском дне. Эти круги достигают 6 футов в диаметре и выглядят как сложные узоры. Но самое удивительное – их точность. Каждый узор идеально симметричен. Процесс создания таких гнезд – настоящее шоу. Самец использует свои плавники, чтобы аккуратно взбить песок и придать ему форму. Он работает без остановки несколько дней подряд. Но зачем рыбе такие усилия? Все ради привлечения самки. Круги служат не только местом для икры, но и способом показать свою силу и ловкость. И вот что забавно. После того, как самка откладывает икру, самец остается, чтобы охранять ее. А гнездо исчезает через несколько дней, как только малыши покидают свое место рождения. Шершни и их воздушные крепости. Гнезда шершни – это настоящие крепости, созданные из бумаги. Да, вы не ослышались. Эти насекомые делают гнезда, которые внешне напоминают огромные серые шары. Шершни создают их из древесины, которую они жуют и превращают в материал, похожий на бумагу. Гнезда часто строятся на деревьях, под крышами домов или даже в пещерах. Самые большие гнезда шершней могут достигать 3 футов в диаметре. Они состоят из множества слоев, которые защищают колонию от хищников и погодных условий. Но что действительно впечатляет, это внутренняя структура. Там есть целая сеть ячеек, где откладываются яйца. Каждая ячейка идеально вписывается в общий дизайн. Шершни работают очень слаженно. Королева отвечает за потомство, а рабочие насекомые занимаются строительством и защитой. Внутри гнезда температура остается стабильной, независимо от погоды снаружи. Муравьиные города-гнезда. Муравьи давно известны своей способностью создавать удивительные колонии. Но некоторые виды, такие как муравьи-листорезы, превращают свои гнезда в настоящие подземные города. Их гнезда могут уходить вглубь земли на десятки футов и занимать площадь до 8000 квадратных футов. Это как целый парк, спрятанный под землей. Муравьи строят сеть туннелей и камер, где они выращивают грибы, дан свой основной источник пищи. Эти камеры проветриваются специальными вентиляционными шахтами, которые обеспечивают приток свежего воздуха. Одна колония может состоять из миллионов муравьев. И каждый из них выполняет свою роль. Одни работают строителями, другие ухаживают за грибами, а третьи защищают входы. Эти гнезда настолько сложны, что ученые даже создают их копии, чтобы лучше понять, как муравьи организуют свою жизнь. И это еще один пример того, как природа может нас удивить. Дятлы, архитекторы и их шедевры. Дятлы – это настоящие плотники среди птиц. Их гнезда находятся внутри деревьев и выдалбливаются с невероятной точностью. Но что действительно впечатляет, так это время, которое они тратят на строительство. Чтобы сделать одно гнездо, дятел может работать несколько недель, не останавливаясь. Он использует свой клюв, который служит инструментом. Кстати, удары дятла по дереву могут достигать скорости 20 ударов в секунду. Гнезда дятлов обычно располагаются на высоте до 50 футов. Это защищает их от хищников. Внутри гнезда всегда сухо и тепло, что создает идеальные условия для птенцов. А знаете, что интересно? После того, как дятлы покидают свои гнезда, их часто занимают другие птицы или даже мелкие млекопитающие. Это делает их гнезда важной частью экосистемы. Плотина бобров как альтернатива гнезду. Их домами являются плотины, которые они создают из веток, бревен и грязи. Эти конструкции – настоящий инженерный шедевр, ведь плотина не только защищает, но и преобразует окружающую среду. Самая крупная плотина бобров, обнаруженная в Канаде, имеет длину более 2800 футов. Это больше, чем 6 футбольных полей. Построить такое сооружение могли только несколько поколений бобров. Но зачем бобры строят плотины? Все дело в воде. Плотины создают пруд, где можно безопасно жить и спрятаться от хищников. Внутри пруда бобры создают логово, куда можно попасть только через подводный вход. С
Строительство плотины — это семейное дело. Бобры работают вместе, укрепляют стены и следят за состоянием сооружения. Даже зимой они продолжают добавлять новые ветки, чтобы вода не замерзала полностью. И вот что удивительно, плотины бобров не только защищают их самих, но и создают новую экосистему. В таких прудах поселяются рыбы, птицы и насекомые. Получается, бобры — это своего рода экологи природы. Гнезда против ураганов. Птицы-строители. Некоторые птицы строят гнезда, которые выдерживают самые суровые погодные условия. Например, ремезы. Эти маленькие птицы создают гнезда, которые могут выдержать ураганы и проливные дожди. Гнездо ремеза выглядит как мешочек, свисающий с ветки дерева. Для его строительства птица использует шерсть животных, паутину и пух. Все это переплетается так плотно, что вода просто не может проникнуть внутрь. Процесс строительства занимает недели. Ремезы работают очень тщательно, создавая гнездо, которое держится на тонких ветках, но при этом остается прочным. Еще один пример – ласточки. Их гнезда часто располагаются под крышами зданий или в скалах. Они делают их из грязи и травы, создавая конструкции, которые выдерживают сильный ветер. Эти птицы показывают, что даже крошечное существо может быть мастером своего дела. Их умение использовать доступные материалы вдохновляет. Украшение гнезд – природный дизайн. Некоторые животные не просто строят гнезда, а украшают их словно дизайнеры. И здесь первое место занимают птицы-шалашники, о которых мы уже говорили. Но они не единственные. Есть еще птицы-горехвостки. Они украшают свои гнезда яркими перьями, кусочками бумаги и даже пластиком. Такое поведение помогает привлечь самку. Чем больше украшений, тем больше шансов произвести впечатление. Пауки тоже участвуют в дизайнерских проектах. Некоторые виды добавляют к своим гнездам листья или мелкие цветы, чтобы сделать их менее заметными для хищников. А знаете, кто еще украшает свое жилище? Морские улитки. Они прикрепляют к своим раковинам камушки и кусочки кораллов, создавая что-то вроде мобильного гнезда. Природный дизайн показывает, что животные не только практичны, но и обладают чувством красоты. Их подход может быть простым, но всегда функциональным. Птицы-оккупанты и чужие гнезда. Иногда строить гнездо не хочется. Некоторые птицы предпочитают использовать чужие дома. Например, кукушки откладывают свои яйца в гнезда других птиц. Эта стратегия называется гнездовым паразитизмом. Кукушка обманом заставляет других птиц выкармливать своих птенцов. Самое удивительное – птенцы кукушек часто вырастают крупнее своих приемных родителей. Еще один пример – совы. Они часто занимают пустующие гнезда орлов или других крупных птиц. Ведь строить свое жилье занимает много времени. Зачем напрягаться, если можно воспользоваться готовым? Млекопитающие тоже не прочь арендовать жилье. Лисицы, например, иногда занимают брошенные норы барсуков. А еноты любят селиться в дуплах деревьев, которые когда-то принадлежали птицам. Эта стратегия показывает, что в природе нет места расточительству. Если дом пустует, он обязательно найдет нового жильца. Уроки природы для архитекторов. Природа – это главный архитектор. Животные показывают нам, как использовать материалы эффективно, строить устойчивые конструкции и адаптироваться к окружающим условиям. Посмотрите на гнезда термитов. Они продуманы до мелочей. С вентиляцией и терморегуляцией. Или на плотины бобров, которые преобразуют экосистему вокруг. Даже маленькие гнезда ремезов вдохновляют. Их прочность и водонепроницаемость – результат точного расчета. А украшения птиц-шалашников напоминают нам, что красота и функциональность могут идти рука об руку. Возможно, изучая природу, мы сможем создавать более устойчивые здания. Ведь у нее миллионы лет опыта. Животные учат нас, что дом – это не только защита, но и отражение нас самих.